А сегодня у нас уже 25 апреля, и я снова на Майдане Независимости. Сзади меня гостиница «Украина», которая расположена в самом центре столицы. Те туристы, которые хотят жить с видом на центральную фан-зону, смогут разместиться в уютных номерах этой гостиницы. Здание по-прежнему выглядит непрезентабельно. Хотя какие-то работы по строительству все же ведутся. Как говорилось в одной из украинских программ, фонтаны, которые находятся на Майдане Независимости, не функционировали на протяжении 3 лет, но во время проведения конкурса они будут работать в стандартном режиме, как прежде. В фонтанах присутствует вода, но увидеть их в действии я так и не смог. Возможно, это дождь. Чтобы обеспечить качественную и беспрерывную работу всех 6 фонтанов, все механизмы были заменены, а фасад отреставрирован.